Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор зонта для рыбалки с занавеской модель ОУТ-25. Сейчас посмотрим, что из себя он представляет, как собирается и какие у него есть свои особенности. В комплектации идет сам зонт и занавеска. Разбираем сперва сам зонт. Зонт собирается, как и все зонты, и устанавливается на основу. Так, вот такой зонтик у нас получился. Высота, если смотреть от земли его, 140. Максимальный диаметр 190 сантиметров. Здесь откручиваем этот самый ось, и можно его, допустим, поставить под углом. Вот, то есть он будет защищать как пляжный зонт у вас. Каркас у нас получается стальной. Вот, при необходимости. И ставим его вертикально. Так, разбирается зонт очень просто. Нажимаем вот на эту кнопочку, и он собирается или фиксируется в верхнем положении. Итак, продолжаем. Зонт у нас с занавеской. Вот, занавеска идет по всему кругу. Есть моделька, у которой занавеска идет не по всему кругу, наполовину. Вот, также она есть у нас на сайте. В комплектации также идет вот занавеска и оттяжки, и колышки, чтобы зонт ваш во время сильного ветра никуда не улетел. Ну, мы на колышке не будем сейчас его устанавливать, а просто установим сейчас занавеску. Занавеска у нас пристегивается на молнию. То есть, как обыкновенная молния, собачка тут, это восьмерочка. Вдеваем. Вот такая получилась занавеска. Здесь у нас также идет молния. Которая закрывает полностью вход в нее. Собачки везде двухсторонние. То есть их можно открывать как снаружи, так и изнутри. И здесь есть вот такое вот окошко. Собачка также двухсторонняя. Окошко идет не до пола. Вот, вот так вот оно открывается. Собачка у нас одна. Вот. Для оттяжек внизу у нас предусмотрен, для колышков, точнее, предусмотрены вот такие пластиковые вставки с отверстиями. Оттяжки, скорее всего, крепятся за макушку зонта и растягивают зонт. Зонт для рыбалки от компании Такара, от фирмы. Понравился зонт, заказывайте у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.